Служба эвакуации машин в больших городах работает отлично. Вы на секунду оставили автомобиль в неположенном месте, возвращаетесь, а его уже нет. Ситуация и так неприятная. А тут еще мошенники придумали, как на этом заработать. Представьте себе, вашу машину увезли на эвакуаторе. И тут подходит добрый человек. Говорит, давайте 2000 рублей, и автомобиль будет там, где вы скажете, через 2 часа. А главное, штраф платить вообще не придется. Якобы у этого товарища есть знакомые в службе эвакуации. Машину они отдадут без проблем. Уберите деньги. Это аферист, и он пытается заработать на вашей проблеме. Кроме вас, никто не может получить машину со штрафстоянки. Это грозит уголовной ответственностью. Так что звоните в службу эвакуации, выясняйте, куда отправили ваш автомобиль, и отправляйтесь его выручать. А в будущем не оставляйте машину в неположенном месте.